Всем привет, добро пожаловать на мой канал. А я приглашаю вас провести со мной четвертый день в Барселоне. Утром у меня было купание в море, в обед у меня была запланирована фотопрогулка по городу, а вечером катание на яхте и купание в открытом море. Оставайтесь со мной, вам обязательно понравится. Мне очень нравится, как в Барселоне выглядят парадные квартирных домов. Это действительно парадные. Все защищены решетками, какие-то со стеклами, какие-то нет. Обязательно мраморные лестницы, полы и старинные лифты. Все выглядит очень красиво и атмосферно. Днем у меня была фотоэкскурсия, прогулка по городу с очень приятной девушкой-фотографом. Если вам будет интересно, напишите мне в сообщение, я вам обязательно отправлю ее контакты. Она не только красиво фотографирует, но еще рассказывает много всего интересного о стране и о городе. В Барселоне живут очень большие любители выпечки. На каждом шагу есть какие-то пекарни, кафе с большим разнообразием разных пирожных, от ручной работы до заводских. Это просто разбегаются глаза и не знаешь, что попробовать. И все действительно очень вкусное. А вечером меня ждала 2,5-часовая прогулка на яхте. В эту стоимость входило плавание в открытом море, прохладительные напитки и на обратном пути угощение кавой, это такое испанское вино, а также сыром, колбасой, разными печеньями и разными фруктами. Путешествие мне очень понравилось, со мной на яхте были пары из Франции и несколько китаянок. В конце, когда мы чокались бокалами, каждый на языке своей страны сказал, как чокаются в его стране и какие слова при этом говорят. Спасибо большое за просмотр, не забудьте подписаться и обязательно ставьте лайки. До новых встреч!